Добрый день. Сегодня 16 декабря. Вот хочу показать нашу дорогу, выезд со двора. Выйти пешком просто нереально. Вот смотрите, что здесь творится. Даже во двор все вот заносится. Вот смотрите, с колесами. Вот так до конца. Сейчас проедемся дальше на машине, я вам покажу дальше. Вот смотрите, какая дорога. Обращались в примарию Григоришину. Даже приходили письма с оповещениями, что, мол, сделаем весной, сейчас зима. Погодные условия не позволяют, но уже, слава богу, опять зима. И ничего не поменялось. Вот эта улица Привокзальная. Здесь не так много, где-то 120-150 метров дороги. Уже просто нет сил. Дети пешком в школу выйти не могут. Вот, смотрите. Это вот выход с дома. Но выйти просто нереально. Вот, смотрите. Легковая машина сюда заехать не может. Заезжаем только на бус. Здесь сыпали немного щебенки, также по нашей просьбе, но должны были сделать нам, но засыпали здесь. И вот смотрите, опять болото с колесами, все вывозится сюда. Вот смотрите, вот видно щебеночка по краю. Вот она. Я прошу, пожалуйста, наше руководство, Рената Георгиевич, помогите сделать это.